Итак, всем здорово, народ, приветствую всех на канале Game Dreams. Для начала у меня есть новости халявных игр, немного запоздавшие, но все же, вдруг кто еще не знает, в магазине Epic Game Store на этой неделе раздается бесплатная игра Frostpunk. Раздача будет длиться до 10 июня, так что успейте приобрести, кто желает. А мы сегодня посмотрим интерактивное кинцо Эрика. Ранее это был эксклюзив на Sony PlayStation 4, сейчас его портировали и на ПК. Итак, поехали. Эрика, это не игрушки, это опасно. Ну ладно, готова? Мы с твоей мамой познакомились много лет назад в больнице под названием Дельфы. Она была там медсестрой, а я врачом. По ночам мы рассказывали друг другу истории. Она рассказывала мне удивительные вещи. Истории из будущего. Я рассказывал ей о прошлом, о Верховной Жрице, отмеченной знаком бабочки, которая могла видеть будущее в огне. Я говорил, что она волшебница, как та жрица. Возможно, ты тоже волшебница. Но это надо проверить. Выбери фотографию, какая нравится. Теперь закрой глаза. Соберись и призови на помощь силу древней жрицы. Найди свою мать. Попробуй угадать нужный снимок. Ничего. Все равно ты волшебница.
Она всегда с тобой. Помни это. Хотя ее нет рядом, она остается частью тебя. Если бы ты могла видеть будущее в огне, что бы ты увидела? Ты ни в чем не виновата. Хорошо. Thank you.
мисс Мейсон. Я сержант Блейк. Главный следователь по этому делу. Можно взглянуть? Я потом отдам. Ты часто это рисуешь? Это ведь греческий символ. Откуда вы это знаете? Читал дело твоего отца. Работа такая. Рука принадлежала Акалу Джахару. Он работал в Дельфах. Ты там бывала вместе с отцом? Он там работал. Ты знаешь, что он основал Дельфы? Вместе с ним. Люсьеном Флауэрсом. Вероятно, он тоже в опасности. Слушай, над эльфами установлен надзор. Организована охрана. Я буду работать оттуда. Тебе тоже будет там безопаснее. Наверное, они вышли покурить. Жди здесь, я сейчас. Подарок. Что вам от меня нужно? Ты похожа на мать. Вот что он им сказал. Он не тот, кто ты думаешь. Следуй за музыкой. Ищи Алади Картер. Посмотри, что он с ней сделал. Ты увидишь, кем он был на самом деле. Что я найду? Не посмотришь.
никогда не узнаешь. Найди Аллади Картер, Эрика. Посмотри сама. Эрика, что-то я же сказал, жди. Извините, я не хотела ждать совсем одна. Ладно, пойдем обратно. Не бойся, сейчас мы кого-нибудь найдем. Все хорошо. Тут пришли. Ага. Мне пора. Пока. Я сержант Блейк. Я звонил вам днем. Я жду доктора Баллард. Прошу прощения, мы все устали. Сержант Блейк, меня зовут Роза Баллард. С главным инспектором вы знакомы. Сэр, это Эрика Мейсон. Очень жаль, что мы встречаемся в таких обстоятельствах. Что нам сделать, чтобы тебе было проще? Ничего. Мне тоже жаль. Идем. Я тебя провожу. Ты меня, наверное, не помнишь. Я работала с твоим отцом. В детстве тебя часто... Вы знали моих родителей? Конечно. Твой отец обучил меня всему, что я знаю. А твоя мать, она была великолепной медсестрой. Такая умная, веселая. Ну, жить ты будешь здесь. Может, даже узнаешь место. Если что, администратор мистер Стейнбек всегда на посту.
Загляни под кровать. Дядя Люсьен оставил тебе небольшой подарок. Посмотри на ее руку. Она прямо как ты. Кирсти. Да, тебе разрешили помогать, но только не в одиночку, ты же знаешь. Убираться без присмотра нельзя. Я и думала. Привет. Сюда. Не обращай внимания, она немного того. Когда ты уже сдохнешь, Хана? Что ты играешь? Это? Дельфийская ария. А написал ее кто-то. Не знаю кто. Садись. Я тебе кое-что покажу. Вот, видишь? Тут все просто. Четыре ноты. Пам-пам. Пам-пам. Остальное сыграю я. Thank you.
уборки. Чтоб тебе, Кирсти. Нет, 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 никакой уборки. Никакой уборки без присмотра. Кирсти, все хорошо, они не против. Нет, 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 нет. Нет, не, не надо. Смей. Это запрещено. Кирсти, успокойся. Нет! 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 Не надо! Отвалите! Отвалите! Не надо! Не надо! Не сопротивляйся, хуже будет. И спокойно, спокойно. Пришел сержант Блейк. Тебя ждут в кабинете. Войдите. Боже мой. Эрик Мейсон. Ты и так похожа на мать. Я тебя еще совсем малышкой помню. Я Люсьен Флауэрс, коллега и друг твоего отца. Я была маленькая, и я плохо вас помню. У меня самого память ни к черту. Ты хорошо спала? К этому месту привыкаешь не сразу. Я всегда плохо сплю. У меня кошмары. Сочувствую. Доктор Баллард занимается нейрологией. Может, она поможет. Надеюсь, тебе будет приятно. Но у меня кое-что есть. Твоя мать подарила это твоему отцу в день свадьбы. Я не смог выкинуть. Привет. Прошу прощения. Я сейчас общался с криминалистами. Эрик, похоже, убийца твоего отца и мистера Джахара одно лицо. Могут быть и другие неизвестные нам жертвы. Мне грозит опасность. Сейчас понятно одно. Убийца Джахара интересуется тобой. Если честно, данных очень мало. Но мистер Флауэрс придумал, как помочь тебе вспомнить убийцу отца. Я была ребенком. Да. Но теперь ты взрослая. Это метод терапии. Он был разработан твоим отцом. Возможно, у тебя прекратятся кошмары. Это не больно. Опасности никакой. Даже не знаю. Эрика, послушай. Совпадений с делом твоего отца слишком много. Это не случайность. Если у нас будет описание убийцы, мы положим этому конец. Ладно. Ладно, я согласна. Изображение, которое ты увидишь, расслабит тебя и твой разум. Твой отец разработал регрессивный метод, чтобы пробудить в пациентах память о травме. Сначала проверим, все ли в порядке. Просто скажи первое, что придет тебе в голову. Небо. Хорошо. Прекрасно. Если вспомнишь что-то важное, запиши это. Я знаю, что столкнуться с прошлым нелегко, но помни, ты в безопасности. Начнем. Природа. Вера.
Молоко. Опасность. Маска. Смерть. Доброта. Животные. Всегда было в тебе. Все, все. Все, все. Все хорошо. Хорошо. Тихо, тихо. Что случилось? Все хорошо. Ты рисовала. Ты все время рисовала. Почему она, Эрик? Почему твоя мать? Твоя мать говорила, что жила этим местом. Она здесь работала, здесь нашла любовь, родила тебя, а потом и умерла. Доктор Баллард сказала показать тебе это. Пройти через подобное было невероятно трудно. Неудивительно, что ты увидела свою мать. Это процесс, Эрика, он требует времени. Второй раз я не смогу. Да, это нелегко. Может, ты передумаешь, когда придешь в себя? Идем. Я тебе кое-что покажу. Давай. Твой отец посадил олеандр в память о твоей матери. Ее любимый цветок. И мой тоже. Отвалите! Уйди! Отстань! Извини. У девочек бывают трудные дни. Некоторые из нас держат все в себе. Ханна, я думал, ты спишь. Это Эрика Мейсон, она пока поживет у нас. Я ведь тебя залила кровью. Я к доктору Баллард. Мы делаем духи. Пойдем? Или можешь зависнуть с Тоби. Вообще-то скоро обед. Он весьма неплох. Может, сходишь перекусить, познакомишься с остальными? Да. Кто откажется от раскисшего сэндвича в компании незнакомцев? Наверное... Действительно, схожу на обед.
Нет, только не пирог. Они смотрят. Съешь фрукт. Им это нравится. Что ты делаешь? Все любят порядок. Ты не голодная? Надо есть. Если не будешь есть, то ослабеешь. А у нас много дел. Грязь пропустила. Вот. На обеде ты сказала, что за нами наблюдают. Ну да. Для нашего же блага. Но они видят не все. Подопри. Нас не слышно, но они придут, как всегда. Кто? Кто придет? Они все заодно. Ты бы знала, если бы видела цветы. Если я буду плохой, его накажут. Тебе нельзя запирать дверь. Все хорошо. Швабра упала, мы подняли. Вместе с Эрикой. Глянь под подушкой. Мне нравятся кролики. Я их люблю. Эй, господи, так и посидеть недолго. Это от доктора Баллард. Подарок на новоселье. Духи. Нет, спасибо. Мне не нужно. Да? Ты все-таки в психбольницу заселилась. Поверь, тебе это пригодится. Правда, мне это не нужно. Так трудно согласиться? Возьми да выброси, когда я уйду. Пока.
Надо же, кого я вижу. Ты куда пропала? Я тебя везде ищу. Тебе посылка. Что-то крутое. Так красиво. Открывай. Боже, жуть какая. Осторожно. Посылку отправили вчера. Описания отправителя пока нет. Вот, посмотри. Это квартира администратора Карла Стейнбека. Наши ребята уже там. Он пропал. Он мертв? Тело не нашли. Но это вероятно. Почему он сделал татуировку с этим символом? Раньше он был на вывеске. Он из храма Аполлона в Дельфах, это в Греции. Там была такая надпись «Познай самого себя». Твой отец решил, что нам это тоже подходит. После его смерти знак убрали, но татуировка Карла, конечно, осталась. Почему именно это? Почему кукла? У нее на руке отметина. Бабочка, как у меня. Нужно съездить к тебе домой. Я попрошу тебя осмотреться, проверить, все ли на месте. Заодно сможешь прихватить побольше одежды. Похоже, ты здесь надолго. Все хорошо? Пойду опрошу соседей. Запри дверь.
Это полиция. Открывайте, или я выбью дверь. Я сейчас выбью дверь. Не смотри. Все хорошо. Мне нравится Ханна. Она веселая и добрая. Но она плохо себя вела и заболела. Надеюсь, она поправится. Но ты ей что-нибудь напиши. Вот подруга Тоби так и не вернулась. Она любила рисовать, но была странная. Ее поймали в подвале, она искала призраков. Плохой поступок. Плохим девочкам всегда показывают животных. Тогда ты забываешь. Это мне папа сказал. Но я плохая. Они знают, что мы говорили. Они порвали ленту. Так что я знаю. Видишь? Тех, кто знает правду, заставляют все забыть. Ты не откроешь. У тебя нет ключа.
пока не буду делать операцию. Где Хана? Ханы нет. Баллард ее забрала. Почему? Она стала для них бесполезна. Она израсходована. Я вижу странные сны. Дождь из розовых цветов. Тоби, у тебя кровь. Покажем тебе пару вещей из квартиры. Почти все в лаборатории, но с парой моментов нужна твоя помощь. Не волнуйся. Инспектор попросил привести тебя сюда, к нему. А почему не в полицейский участок? Тебе и так непросто, Эрика. Это был бы дополнительный стресс. Прошу. Чай готов. Господин инспектор. Что скажешь? Похоже? Это она? Да. Это она. Ладно, хорошо. А как насчет этого? Это из ее квартиры. Ее зовут Мия Грин. Она лечилась в Дельфах. Она дружила с твоей мамой. Очень о ней... заботилась. Порой даже чересчур. Поэтому она интересуется мной? Из-за мамы? Боюсь, все не так просто. Эрика. В ночь смерти твоей матери Мия Грин пробралась на пункт выдачи лекарств. Она умерла от передозировки. Просили разрешения на эксгумацию. Тебе придется еще немного побыть в Дельфах. Помощь нужна? Спасибо, нет. Блейка возьмете? Резиденция Колкеров? Да. Это сержант Блейк. Сейчас буду. Мне пора. В Дельфах кто-то чужой. Я с вами. Нет, это опасно. Я с вами. Нет, Эрика, он прав. Ты нам не поможешь. Эрика, ты как? У тебя кровь? Идите. Я за ней присмотрю. Ванная дальше. По коридору. Иди. Thank you.
Здравствуй, Эрика. Скучала? Что вам нужно? Я пришла за ним. За Стенвиком и Джахаром. Они были заодно. Тебя я не трону. Зачем вы это делаете? Он отдал им родную дочь. Свою плоть и кровь. Я защищаю тебя. Не подходите. Твой отец сделал из меня чудовище. Он забрал у тебя мать, он предал тебя. Он продал душу дьяволу. Под Дельфами скрыта иная реальность. Туда ведут тайные проходы и спрятанные двери. Я подарила тебе медальон, ключ ко всему. И где он теперь? Но есть другой. Он прямо перед тобой. Замки в стенах. Найди замок и посмотри сама. В лесу, по дороге к Дельфам, есть старая ферма. Я буду там. Приходи одна. Нужно было остаться. Никаких чужаков. Просто пациентка решила украсть лекарства. Которая? Тоби Нейман. Ей это не впервой. Ничего удивительного. Ты как? Я могу чем-то помочь? Все нормально. Постарайся поспать. Здесь ты в безопасности. Я справлюсь. Точно ничего не сказала. Ничего полезного для нас? Нет. Ничего. Если что, я внизу. Все это может положить конец моей работе. А это дело всей моей жизни. Это понятно? А что конкретно вы делаете? Не твое дело. Мне вообще ничего не сообщают. Просто делай свою работу. Присматривай за Эрикой, как положено. Ясно? Как положено. Это понятно?
Что ты делаешь? Сюда нельзя. Это плохо. Я нашла ключ. От тайного прохода. И что? Он мертв. Мой папа умер. У нее был пистолет, я ничего не могла. Он мертв. Он мертв, и мне больше некуда идти. Что бы я ни делала, они заберут меня, и у меня пойдет кровь. Меня заставят забыть его. Ни за что. Я положу конец тому, что здесь происходит. А если тебя поймают? Они тебя не отпустят. Я тебя защищу. Обещаю.
Кто здесь? Хотят видеть будущее ради наживы и власти. Но без бабочки ничего не увидеть. Вот зачем им твоя мать. Вот зачем им ты. Идем со мной. Что мне сделать? Дело в тебе, Эрик. Так было и будет. Она рассказывала мне удивительные вещи, истории из будущего. Я рассказывал ей о прошлом,
о верховной жрице, отмеченной знаком бабочки. Почему я здесь? Все началось отсюда. Работа твоего отца. Он испытал это на твоей матери. И на тебе тоже. Один вдох, и ты сделаешь, что скажут. Эта жидкость превратила нас в его рабы. Тебе ведь это знакомо. Я умираю. Сколько вам осталось? Это не важно. Я чудовище. Я это заслужила. Отметина твоей матери. Вот что привлекло твоего отца. Вот зачем им ты. Девушка, которая увидит будущее в огне. Откуда вы знаете про жрицу? А ты как думаешь? Он был одним из них. Посмотри сама. Отец убедил Люсьена, что синтез науки и обряда позволит им видеть будущее и менять его. Вот зачем им твоя мать. Твоя мать жива, но она слабеет, а без нее они слепы. Мы застанем их врасплох. Мы остановим их. Мы освободим ее. Перережь провод. Оставь себе, пригодится.
туда. Медальон. Видимо, запечатали. За мной. Его придется убить. Он поднимет тревогу. Нужно вырубить свет. Отведи меня к тайной двери. У нас мало времени. Я везде тебя ищу. Где ты пропадала? Уходите. Она здесь. Все хорошо. Тут никого нет. Только мы с тобой. Тебе нельзя рисковать. Освободи свою мать. Сделай это любой ценой. Возьми. Пообещай. Если придется, не трусь. Обещаю. Спасибо. Что случилось? Что такое? Нигде нет света. Остановить их.
Сюда нельзя. Тоби нужно лечение. Что вы делаете? Тебя ищут. В саду нашли тело. Мне кажется, ты больна. Разбудите ее. Это опасно. Кроме того, вывод из-под наркоза требует времени. Придумайте что-нибудь. Когда мы извлечем трубки, у нее начнутся судороги. Но я введу ей эпинефрин. Он в шкафу. Его нужно вколоть в сердце. Тоби! Кирсти, беги! Я знаю, здесь опасно, но я не брошу Тоби. Ее надо разбудить. Вытащи из нее трубки. Сделай идти. Ничего, мы подождем. Что случилось? Это я. Пожалуйста. Опусти пистолет. Что бы ни случилось, мы с тобой во всем разберемся. Обещаю. Ну вот, давай поговорим. Что здесь происходит? Что вы скрываете? Это больница. Просто больница. Эрика, милая. Ты же бредишь. Пожалуйста, успокойся. Ты меня пугаешь. Думаю, ты больна. Тебе необходима помощь. Вы их не лечите. Вы их только мучаете. Вы убиваете их. Это больница. Мы помогаем людям, облегчаем их страдания. Ты опасна. И даже не представляешь, насколько. Я вам не верю. Ни единому вашему слову. Ты и не обязана. Ты ворвалась сюда с оружием и целишься в меня. Ты готова выстрелить? Боюсь, это уже далеко не впервые. Тебе нужна помощь.
О, боже, что ты наделала? Я знаю, что видела. Я знаю правду. Ты больна, Эрик. Яд. Твой разум отравлен. Уже очень-очень давно. Прошу, поверь мне. Опусти пистолет. Мия Грин мертва, Эрика. Все это только...